Многократный чемпион республики по карате, рукопашному бою и панкратиону, чемпион Европы, призер чемпионата мира Сергей Романов является одним из тренеров клуба боевых единоборств «Профессионал» в городе Бресте. Под его опытным руководством ребята не только осваивают различные спортивные боевые техники, большую роль здесь уделяют дисциплине и формированию характера, учат достойно принимать поражения, уважать соперника и воспитывают волю к победе. Целью и задачами нашего клуба, нашей секции является формирование характера у подрастающего поколения, а также формирование определенных навыков смешанных единоборств, для того, чтобы они могли не только участвовать на соревнованиях и чему-то научиться, могли постоять за себя при необходимости, быть достойными, скажем так, мужчинами и для родины своей, и в армии, для службы в армии это тоже пригодится. А также, естественно, они выплескивают здесь свою энергию отрицательную и положительную тоже для того, чтобы научиться чему-то, что им пригодится в жизни. Различные тренажеры, специальные боксерские груши, перекладины, брусья, мягкие гимнастические маты. База клуба боевых единоборств «Профессионал» имеет серьезное оснащение. Здесь все продумано до мелочей для удобства и безопасности юных посетителей. А также предпринимаются все необходимые меры предосторожности, связанные с COVID-19, в том числе санитарная обработка всех поверхностей. База у нас одна из лучших в области, и я не постесняюсь это сказать, потому что делал я ее, скажем так, со своими коллегами как под себя. Я как бывший спортсмен знал, что необходимо для того, чтобы формировались необходимые навыки. Вот. Здесь есть все необходимое для того, чтобы быть сильным, выносливым, быстрым, гибким и так далее. Под руководством нужных специалистов, которые у нас есть, мы можем научить практически всему тому, чему мы учим. База лучше. После разминки, которая разогревает мышцы и суставы, начинается основная часть работы, включающая различные спарринговые задания, отработку динамических бросков, комбинации всевозможных связок ударов руками и ногами. На груши отрабатывается сила, точность и техника удара. Завершающий этап – упражнения на общую и специальную физическую подготовку. Занятия здесь развивают силу удара, выносливость, скорость и, ну, еще можно похудеть. Ваш ребенок непоседлив, а в дневнике очередная запись подрался? Или напротив, не умеет постоять за себя и дать отпор обидчикам? В клубе боевых единоборств «Профессионал» даже воспитанники спортивной игровой группы уверены в своих силах и никогда не обидят слабого. Мне нравится в этом, что хорошая здесь, ну, хорошая тренировка, что здесь можно все, ну, делать, играть, пока тренер не придет. Я хочу уже нравится как мужик и стараюсь очень сильно. Ну, иногда не получается что-то. Ну, ты обязательно научишься. Да. Я хочу научиться очень хорошо драться, все прочее, самого сильного противника. Я могу победить Зеню, нашего тренера Федора Калайча. А как тебе ваш тренер? Расскажи. Но он сильный, он всех может победить, кроме меня. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».